Creștinii ortodoxi de rit vechi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, primii apostoli ai creștinismului. Sărbătoarea are loc după o perioadă de post. Zeci de bălțeni au venit să se roage la biserica cu același nume, unde enoreașii au așternut un covor din iarbă și flori. Очень для меня ценный праздник, потому что это праздник этого храма, храма, в который я хожу с раннего детства, праздник нашего дорогого, ценного, уже ныне покойного отца Павла, который в нашей душе, в нашем сердце остался живой. Вспоминаем покойного отца Павла, нашего настоятеля. Это благодаря ему в настоящее время этот храм из запустения, из полуразрушенного пришел в такое благолепное, процветающее состояние. Pentru mulți dintre enoreași, aceasta este a doua cea mai importantă sărbătoare după Paști. Gospodinele pregătesc bucate alese, deși recunosc că nu acesta este cel mai important lucru. Делаю голубцы, холодца, бабы. У меня сын мертвый в аварии был. И для меня такие праздники, они больше, чем мое здоровье. Хотя я и ходить не могу ногами. Ну, так, или соседи подбросят, или кто, но в церковь прихожу и свой долг делаю, потому что туда все будем. Мы крестили внуков тут, и дети венчались в этой церкви. И мы входим в эту, как бы, нашу церковь. Astăzi se sfințesc colaci, lumânări, mere, care ulterior se împart celor săraci. Fețele bisericești îndeamnă oamenii să fie mai buni la suflet și să se abțină de la cele rele. Мы вспоминаем апостолов Петра и Павла, и этот день, если сказать так в двух словах, можно назвать днем любви. Мы вспоминаем их жизнь, что они всю свою жизнь отдали служению Богу и людям. Пусть будет доброй традицией сегодня навестить того, на кого у нас так не хватало времени. Сходить в больницу кому-то, навестить своих родителей, дедушек, бабушек, для которых праздник, что открывается дверь. Они этого ждут. Tot astăzi sunt omageați toți cei care poartă numele Petru și Pavel. În Republica Moldova acestea sunt printre cele mai populare nume după Ion, Maria și Ana.